Добрый вечер! Приветствуем вас на заключительном, четвертом туре конкурсных прослушиваний третьего международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова. Good evening. Welcome to the fourth and final round of the auditions for the third Victor Tretyakov International Violin Competition. Сегодня у финалистов последний этап испытаний. Today the participants will take part in the last stage of the competition. В их исполнении мы услышим величественные, масштабные и одновременно глубоко эмоциональные сочинения выдающихся композиторов. They will perform for us majestic, extensive, and at the same time sensual and deeply emotional works by outstanding composers. С удовольствием представляем вам коллектив, который будет сопровождать выступления конкурсантов. Красноярский академический симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Ланде. We are pleased to introduce to you the musicians that will accompany the performances of the finalists. The Siberian State Symphony Orchestra, music director and principal conductor, Vladimir Lande. Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри. И мы с огромным удовольствием представляем вам мастеров скрипичного искусства. Our professional jury will evaluate the performances of the contestants. It is with great pleasure that we introduce to you the masters of violin art. Эдуард Вульфсон, Швейцария. Edward Wolfson, Switzerland. Сегодня Эдуард Вульфсон оценивает участников онлайн. Edward Wolfson will be evaluating the performances online today. Си Чэнь, Китай. Си Чен, China. Вера Цу Вэйлин, Китай. Вера Цу Вэйлин, China. Даниил Австрих, Россия, Германия. Daniel Austrich, Russia, Germany. Михаил Бенюмов, Россия. Михаил Бенюмов, Russia. Александр Чайковский, Россия. Александр Чайковский, Russia. Вадим Репин, Россия. Вадим Репин, Russia. Сегодня Вадим Репин оценивает участников онлайн. Today Vadim Repin is evaluating the auditions online. Художественный руководитель конкурса Наталья Лихопой, Россия. Artistic director of the competition, Наталья Лихопой, Russia. Президент конкурса и председатель жюри Виктор Третьяков, Россия. President of the competition and chairman of the jury, Victor Tretyakov, Russia. Позвольте пригласить на эту сцену первого участника четвертого тура. Линь Жуйфэн, Китай. Let us invite the first participant of the fourth round on stage. Лин Жуйфэн, China. Никола Паганини, концерт для скрипки с оркестром номер один, ре мажор. Niccolo Paganini, concerto for violin and orchestra number one, in D major.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Объявляется антракт 10 минут. There will be a 10-minute intermission. Thank you.
Позвольте пригласить на сцену следующего участника четвертого тура. Даниил Коган, Россия, Канада. Let's invite the next participant of the fourth round on stage, Daniel Kogan, Russia, Canada. Петр Ильич Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор. Петр Чайковский. Concerto for violin and orchestra in D major.
Thank you.
Thank you.
Продолжаем конкурсные прослушивания участников четвертого тура третьего международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова. We continue the fourth round of the auditions for the third Victor Tretyakov International Violin Competition. На сцене Александра Ли, Россия. We invite on stage Alexandra Lee, Russia. Петр Ильич Чайковский, концерт для скрипки с оркестром Ре мажор. Пётр Чайковский, Concerto for Violin and Orchestra in D major.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Уважаемые слушатели, первый день четвертого тура завершен. The first day of the fourth round of auditions has finished. Мы благодарим участников за доставленные минуты удовольствия. We'd like to thank all of the participants for their hard work today. Продолжение прослушиваний состоится завтра в 19:00. До встречи. The fourth round of the competition continues tomorrow at 19:00. See you then.